суддя за сталь. Люди выживают как могут. Пятнадцатого марта мы выехали. С повернением. Да мне спасибо большое. Ой, спасибо большое. Мальчики, какие вы молодцы. Слушай, это так круто. Сейчас чуть-чуть подправим машинку, и я еду, девочки. Наше сердце розовое, нежное. И мы настроены на... Люди... В чем одягнута была? Я была одета, вот эти шлепки мои... Восемь лет. В Мариуполе был Азов. Нагорело. Страшно. И мне было уже все равно, я подумала. Мы там тоже слышали, что люди, которые уезжали. Я тоже, я представляю, сейчас Йосик так же ходит, пригибается, или вообще, я не знаю. Я рассказывала, что было прямое попадание в пожарную часть. В этом городе все постоянно ждут смерти. Мне только хочется, чтобы она была не очень страшной. Там соловейко щебета, а в тій красі.